Некоторые особо недоверчивые гоминиды, просьба не путать их с другими представителями человеческой расы. Так вот, они, значит, что делают? Еще покупают вот такие вещи, абсолютно, конечно, ненужные. Называется твердомер. А это почему? Потому что никому, даже себе не доверяют. После термической обработки обязательно делают проколы и выясняют, подбирают режимы термообработки. В общем, занимаются абсолютно ненужными глупостями. По-другому это не назовешь, потому что всем понятно, что со старого там какой-нибудь костыля с ножовки получается и прочих там подшипников самый лучший в мире нож. Это все знают. Вот эти все глупости. Зачем? Вот ты сделал термическую обработку. Зачем тебе надо знать, что там получилось? Это же понятно, что 60 единиц. Вот ты закалил там, 60 единиц точно есть. Ну, может там 52. Может там 63, какая разница? Главное, что там все хорошо у тебя будет. Вот, представляете, вот такую штуку берут и покупают. Ну зачем это надо? Вот отсюда же это все и цены эти. Вот если бы не покупали глупости всякие. Вот, по-простому, по-дедовски. И вот сделали все, на глазок, как там, по цвету, по безжалости отпустили. Ну, вот эти все, что мы любим, истории. И вот так. Они бы делали, и было бы нормально. Не было бы вот этих бы тысяч, этих миллионов рублей каких-то непонятных, откуда они берутся. Вот из-за таких вот вещей.